Хей, йоги, с вами Шимки, и мы продолжим бродить руб названием Секира. Короче, убираем мы эти дрожжи. Я все-таки узнал, что я не сделал не так. Оказывается, это вообще нужно сделать, будет уже под конец игры. Подслушивать, вот это разговаривать. Классненько. Давайте усилим атаку. Да, теперь перемещаемся. Ну, считайте, эта серия была... Мысли за мокасин. А, верхушка башни. А, аж так. Так, храм Сэмпо. Главный зал. Поехали, у нас с вами, короче, есть ключ. А вот ключ от чего, мы будем сейчас думать с вами. Скорее всего, от вот этих же врат. Скорее всего, от этих же и врат. Блин, какой я же невнимательный. Я думал, сейчас уже можно сразу идти на хорошую концовку. Ага. Нихера подумала. Мысли. Мысли, а есть еще какие-то двери? Ай, стоять, инвентарь. Навыки. Что у нас по предметам стоять? Вот, мы получили ключ от святилища. Ключ от святилища в крепости. Врата за идолом святилища можно открыть. За идолом. Ключ от святилища в крепости. Врата за идолом. Святилище можно открыть. Воин клана, спустившись в долину, стреляет в любого, кто приблизится. Врата за идолом. Тут что ли? Ну, за идолом, правильно? Что я не врублюсь. Посмотреть. А что я делаю, стоять? Колокольчик. Я его раньше что-то не видел. И где это я? Макаки. Да, помню босса хорошо. Три обезьяны. Одна из секций пуста. Вот эта секция. А теперь главное, чтобы не фризило. Это колокольчик чертова Марокко. Старый бронзовый колокольчик можно использовать многократно. Если позвонить в него, и обезьяны, и волка вернутся туда, откуда пришли. При этом обезьяны пойманы в ширму, никуда не сбежит. Даже если зазвонит колокол. Окей, я понял. Ты тоже заблудился в чертогах Марокко?
Полагаю, у тебя есть дело, и ты хочешь отсюда уйти. Да. Тогда ты должен победить обезьян, что изображено на секциях у входа в зал. Тогда ты сделаешь, чтобы слухи достигнут голоса божественного дитя. Обезьяна в пурпурном кимоно. Обезьяна в пурпурном кимоно — это всевидящая обезьяна. У нее превосходное зрение, она видит издалека и очень внимательно. Заметив тебя, она немедленно побежит. Она очень робкая. Обезьяна в оранжевом кимоно. Обезьяна в оранжевом кимоно — это огромно-красная обезьяна. Отличное зрение и или слухом она не отличается. Но зато заметит угрозу, поднимает большой переполох, из-за чего все другие обезьяны сразу же разбегаются. Может, ей просто нравится играть с людьми? Обезьяна в зеленом кимоно. Обезьяна в зеленом кимоно — это всеслышащая обезьяна. У нее превосходный слух, она слышит все издалека и очень внимательно. Услышав тебя, она сразу же убежит. Она очень робкая. Окей. Да, кстати. Что я пропустил. Тут был человек, который, как и ты, пришел сюда по делу. Какое-то время он догонялся за обезьяной, но потом все стихло. Буду молчать о твоем успехе. Вот зараза. Так, стоять. Здесь обезьяна что, невидимая? Ёлки-палки. Так, минус одна обезьянка. Итак. Я слышу, она меня слышит. И где? Позвони в колокол, и все начнется заново. Вот туда бегать их искать? Это тупое дело. Ты понимаешь, я из-за тебя макаку потерял. Я из-за тебя потерял макаку. Ага.
Побегай еще поищи. О, вижу макаку. Ну вернись. Да ёлки-палки. А, я понял. Ну, зараза. Да ё-мо, это надоело. Ух, а мне еще других обезьян искать. Ёлки-палки. И сколько мне за тобой бегать? Найс. Как мне ее догнать? Как мне ее убить? Да. Окей. Так, а теперь осталось понять, где другие две. Однако, как я понимаю, невидимая. Правильно я понимаю? О, увидел. Так, что я опять заблудился стоять? Где ее следы? Шаман, помогай. Я макак еще потерял. Читать. Записка про черного водопада. Черток водопада. Шум водопада оглушает. Кроме него тут ничего не слышно. Вот мне весит то, что не призраков призывают. Да ни хера не круто. Типа обезьяны пускай ни хера не наносят. Так, открыть. Читать. Заметка про черток света. Голый огонек на ветру. Когда он гаснет, то темно, как ночью.
Ага, хорошо. Допустим. Куда мне идти? Куда мне идти далее? Здесь ничего нету. Только тупые обезьяны. Я манал. Ладно, еще попробую их найти. Но где они не могут лазить? Надо, короче, ее найти. И просто за ней бегать. И где она была? Куда она ускакала? Я что-то проглядел этот момент. А? Я проглядел этот момент. Я проглядел этот вот момент. О, готово. А, видите, для нее было темно, она типа не смогла увидеть. Хорошо. Ни хрена, до свидания. А последняя обезьяна, что мне дает? И где она вообще находится? Ладно, я понял, нафиг надо. Сейчас на меня только проклятие накинут. Я еще и подохну плюс. А заново как-то не хочется. Пипец их тут. Нахера их тут столько? А последняя, я не знаю где. Так, 4 храма для обезьян, так? Дрожи, дрожи. Кого я еще не убил? Давайте наверх. А, стоять, следы, наверное, желтую не убил. На дерево. Нет. Что за херня? Пипец их. Хорошо. Красная, зеленая, оранжевая, да?
Почему их так много? А, все? А, так она скрывалась среди других обезьян, ё-моё, а я еще бегаю. Плюс 3к. Опыта, нихуя. Блин, знаете, на самом деле, деньги и опыт можно оформить на этих. Прошу, простите их. Они лишь пытались не дать обнаружить меня. Но, похоже, им не было суждено так преуспеть. Закройте глаза. Давайте встретимся в святилище. Как туда попасть? Блин, я думал, типа, макака где-то здесь, а она, оказывается, была среди... Среди... этих обезьян. О, найс. Что новенькое? О, вот она на превьюшку пойдешь. Или обезьяны пойдут. Нет, это пойдет. На превьюшечку. Превьюшечка. Воспоминания о храме обезьян. Обезьяны в Ширме были стражами чертова Макора и друзьями божественного дитя. Изучение навыка техника кукловода ООО, техника Ниндзюцу, позволяет управлять жертвами как марионетками, расходует эмблему духа, активируется после выполнения смерти. Удара сзади. Эта техника временно так оставляет в вашем мире дух, который так должен быть, его покинуть. Жертва будет использовать приказы кукловода, но потом все равно должна будет умереть. Вот это хорошо, это очень хорошо. Так. Готово. У нас плюс усиление с вами. Так, я там куда-то могу подняться. Хорошо. Это тоже будет у нас все изучаться. Зачем вы ищете это место? Я ищу клинок бессмертных. Вы слышали о клинке, что нельзя вынимать из ножен? Да. Из тех, что обнаружив его, не выжил ни один. Но вы все равно не оставляете попыток? Да. Да. Понимаю. Очень хорошо. Почему этого не добавили в субтитры? Оу, меч. Если вы готовы, можете взглянуть на клинок. Не понимаю, неужели мне противно умирать? Как? Как вы? Ваш глаз. Понимаю, вы несете проклятие наследника дракона. Наследие дракона. Клинок бессмертных. Без всякого сомнения. Я принимаю его силу. Клинок бессмертных. Меч Адати, способный убивать бессмертного. Алый клинок этого меча забирает жизни тех, кто достает его из ножен. Тот, у кого нет способности к воскрешению, не может им владеть. Долгое время он был спрятан в храме Сэмпо. На клинке выгравировано его, так, истинное имя. Милостивый дар слез. Изи, теперь у нас два клинка. Я вижу, вы служите божественному наследнику. Да. Зачем вам клинок бессмертных? Я хочу добыть слез дракона из божественного царства, чтобы разбудить узы бессмертия. Понимаю. Я об этом читала.
Я читала, что есть способ уничтожить наследника дракона. А это значит, божественный наследник тяготит наследием дракона. Да. Как причудливо бывает, я один из детей, вот молодости. Я порождена теми, кто ради бессмертия не оставила ни перед чем. Моя подальше кровь дракона была создана человеком. Дети? Так вас тут много? Из всех нас выжила только я. Другие? Они упокоены здесь. Понятно. Не знаю, правильно ли это избавляться от уз смерти. Наследник дракона извращает людей, в этом нет сомнений. В этом мы с наследником единомыслящие. Сыном божественным наследником, я решил помочь вам. Прошу, протяните руку. Что? Благословение нас, обитателей урожая. Рис, который даровала божественное дитя, вот молодости. Какое-то время постепенно восстанавливается под жизнь. Даже не наносящий наследник дракона способ так здоровый. Обильный урожай. Рис – большая ценность. Вкус его раскрывается постепенно и питает дух. Это рис? Держите. Рис – большая ценность. Чем больше вы его едите, тем он вкуснее. Он восстанавливает жизненную силу. Это одноразовый, да, предмет? А ну-ка. Рис в хранилище, да, хранилище есть, значит. Говори, шиноби божественного наследника. Вас здесь рады. Попросите рису отдать главу об изен червями. Давайте отдадим. Отдать записки главного жреца храма Сэмпо. Подождите. Попросите риса. Прошу простите меня, сынок божественного наследника. Рис еще не готов к сбору. Когда придет жертва, я дам вам рис. Тихо. Отдать главу, да. Это тебе. Что это? Мне сказали отдать это тебе. Спасибо. Спасибо. Что такое? Я все еще... Я по-прежнему презираю их. Так, хорошо, что мы делаем? Мы делаем вот что. Отдохнуть. Встать. Юдзуцу. Ни хрена им, блин, духа тратится. Нафиг надо. Вам здесь рады, попросить риса. Прощайте, сынок божественного наследника. Пусть везде, куда вы пойдете, урожай будет обительным. Мне рис, цука нужен. Рис, гони, цука. Рис, либо в лицо, да. Окей, сделаем так, значит. Нет, если ты, наверное, туда зайду, я туда уже не выйду. Ладно, погнали. Переместиться. Важные места. Теперь у нас два места важных. Будем перемещаться между ними. Да-да, это я тоже видел. Перемещаемся сначала сюда. Ну блин, там много концовок. Там сколько? Всего 4 концовки. А я хочу одну концовочку. Блин, ну это жесткий спойлер. Нахер надо, ладно, не буду говорить. Ну, для этого нам нужен меч, а он у нас как раз есть. Но для этого нам нужно играть по сюжетке. Ну, просто я думаю, сейчас уже время. Я могу только к бабке слетать, типа, отдать риску. Рис. Бабки дай. Хотя мы можем это так и сделать, ребят. Фризы.
Ай, заживем. Я расспросил госпожу Эмму, правда? И что она сказала? Это Сакура, известно как Вечный Цвет. Господин Такио принес ее сюда из Божественного Царства, но она увяла и больше ее нет. Ясно. И все же, говорят, что кто-то отломил ветвь Вечного Цвета и забрал ее с собой. Хм, кто же мог так поступить? Что утеряно, то утеряно. Найди украденную ветку древа? Мы даже не знаем, где искать. Сперва знаем, где... что можно об этом благодарить так. Безусловно. Окей. Переместиться. Важные места, святилище. Мы еще можем по святилищу пойти там куда-то наверх. Тоже такой моментик. Скорее всего, это просто мы откроем себе этот срезик. Там, где у нас ворота были закрыты. С другой стороны. Подождите, я ключ использовал или нет? Я что-то в этот момент не уловил. Рис, гони, тварь. Все. Я тебя просто убью потом. За рис можно убить. Ладно, побежали туда-сюда. Посмотрим, что здесь все-таки. Да, здесь врата. И да, это там, где вот эти... А давайте бессмертных убьем, а? Все, жестко. Все, я убегаю, все. Интересно, они навсегда умирают или нет? Почему я не могу именно тем мечом драться? Брать и атаковать тем мечом. Тихо. Пока не успела. То денег сколько? 46. Мало. Очень мало. Так, усилить атаку. Там. Переместиться. Ладно, давайте, короче, это потом сделаем. Хотя, переместимся сразу. Храм Сэмпо. Храмовый двор, да? Я еще должен купить эту себе. Бусинку. За 1400. Или она 1200 стоила, я не помню. Или 1600. Так, храм Сэмпо. Да, хорошо, давайте вспоминаем, где у нас что. Так, это где у нас рыцарь. Нет, переместиться. Короче, следующая серия, ребят, мы с вами, наверное, с храма Сэмпо
Сделаем зачистку сначала. После зачистки мы с вами этот отправимся. За одним из фруктов. И бабульке риса дадим точно. Поэтому как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.